Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Вот несколько перцев я описала, теперь плавно перешли мы снова к томатам. Потому что вчера я посеяла первые томаты и хочу рассказать именно о тех сортах, которые посеяла. Вот я посеяла томат розовый титан. Сейчас я опишу вам его. Ну вот написано, среднеранние, низкорослые, красивые плоды до 215 граммов. Среднеранний 115-120 дней от всходов до плодоношения, сорт для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растения детерминантные, высотой до 60 см, плоды округлые, гладкие, розовые окраски, массой до 215 грамм. Благодаря отличному вкусу прекрасно подойдут для свежих салатов и переработки на томатопродукты. Сорт отличается высокой товарностью плодов. Так, посев производится в марте-апреле, пикировка. В открытом грунте растения формируют в 1-2 стебля. Вот этот сорт новый, который я хочу попробовать ввести для получения раннего урожая. Почему я выбрала именно его? Я вам уже говорила в предыдущих видеороликах, какие томаты не нужно высевать в первую очередь. И я вам объясняла, почему. Именно двухметровые, которые в рассаде очень быстро нарастают, набирают свой рост, они будут неудобны. А вот розовый титан я выбрала именно потому, что у него неплохой плод 215 граммов, и он низкорослый. Вот написано низкорослый, розового цвета, очень красивый. Возможно, это будет тот самый следующий сорт, который очень хорошо будет пригоден для получения раннего урожая. У него не очень крупные плоды, но и не мелкие. Вот такие стандартные, красивые. Подходит по всем моим параметрам. Плод крупненький, сам розовый красивый, плоды стандартные, низкорослый. Поэтому я думаю, что в теплице для получения раннего урожая он будет удачный вариант. Сразу оговорюсь, что я его ни разу не садила, не выращивала, купила специально, чтобы проэкспериментировать и потом вам показать. Может быть, на следующий день кто-то из вас захочет посадить розовый титан. Нынче он будет у меня по южной стороне высажен, рядом с Демидовым, там он где Демидов, Настенька и розовый титан. Получил он это место там только из-за того, что он детерминантный, как я уже говорила, для раннего выращивания, для получения раннего урожая это очень важно. Он не вымахает у меня в рассаде, будет культурный, аккуратный. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и краткий обзор томата «Розовый титан».